догадались. Ну-ка, вы в гостях. У нас тут дождь начался. Гремит гром. И просто ураган. Привет, народ. Ой. Я уже вернулась с выходных и уже иду после работы. У нас сегодня понедельник, день тяжелый. Вот. И что я вам хотела сказать? Я хотела вам вообще высказать, что я о вас думаю. Вы вообще нормальные люди? Я тут поставила приложение новое, где могу спокойно посмотреть статистику Ютуба. Собственно, на самом Ютубе я не могу посмотреть, ну там я не буду объяснять эти тонкости, кто блогер меня поймет. Я не могу посмотреть свою статистику, потому что есть на то причины. Вот, и я скачала приложение, где могу посмотреть эту статистику. Так вот, я хочу сказать, что в этом приложении показывают, что 97% моих зрителей на меня не подписаны. Что творится, люди? Ну-ка, быстро нажали кнопочку красненькую подписаться. Пожалуйста. Вам же вообще от этого ничего. Ни тепло, ни холодно, а мне приятно. И потом подписчики мои участвуют в конкурсах, выигрывают подарочки от меня. Пусть и маленькие, и скромненькие, зато бесплатненькие. Вот, так что, пожалуйста, подписывайтесь. Я не прошу нажимать на колокольчик там, то есть... Вы не будете получать оповещения о моих видео, если не нажмете на колокольчик. Просто вы будете моим подписчиком официально. Вот, мне очень нужна ваша поддержка, так что, пожалуйста, чтобы в следующий раз, когда я зайду в это приложение и в статистику, я увидела там не 97% просмотра от неподписанных, а наоборот 97% просмотров от подписчиков. Так что давайте, быстро подписались все. Кто это? Кто это тут трется? А? Кто встречает меня? Кто встречает мамку? Да, где рыжая киса? Киса рыжая. Рыжая киса встречает меня. Да? Кися, киса, Алиска, ну, Алиска встречает меня. Мамка пришла с работы. Алиска соскучилась, кися. Кися, киса, куда ты пошла, киса? Киса, Алиска. Ну, покажись, люди хотят посмотреть на тебя. Алиса. Алиска. Морду хоть бы подняла наверх. Кися. Кися встречает. Кися соскучилась. Мамку 2 дня не видела. Где мой сладкий? Соскучилась, киса.